В рабочие дни на Красноглинском шоссе пробок немного. Зато в выходные люди едут с отдыха и попадают в затор. Решить эту проблему должен ремонт. В ходе федерального проекта «Безопасные качественные дороги» шоссе стало в два раза шире. Вместо двух полос движения появилось четыре. Между ними металлические ограждения. Барьерное ограждение по оси дороги, конечно, существенно повысит безопасность дорожного движения, потому что, как мы понимаем, что самые тяжелые столкновения – это именно столкновения встречного транспорта. Позаботятся и о пешеходах. Оградят тротуары, а на переходах нанесут разметку и поставят светофоры, управляемые вручную. Сделают освещение. Опоры уже стоят, скоро проложат кабели. Шоссе готово на две трети. Осталось доделать участок от путепровода Угольные до моста через Сок. По распоряжению главы региона Дмитрия Азарова график ремонта скорректируют. По выходным, когда из-за города возвращаются дачники, асфальт будут укладывать только на прилегающих съездах. Это поможет избежать больших пробок. Полностью движение мы не перекрываем. Мы закрываем две полосы, и движение осуществляется по одной полосе на въезд, другой на выезд. Только на участке, где идет укладка. Красноглинское шоссе – дорога регионального значения, один из въездов в город. Ремонт начали еще в прошлом году, но результаты видны уже сейчас. Естественно, разница дорог хорошая стала, лучше, чем было. Пробок немножко поменьше стало. А как раньше было? Раньше вообще от управки пробки были до самого светофора, до Глинки. Прокатиться по готовому шоссе можно будет уже скоро. Работа закончит к середине сентября. Артем Устинов, Артем Сулайманов. События.